Медитация – это не просто способ успокоить ум, это настоящая дисциплина. В китайской традиции медитация рассматривается как путь к самоконтролю и внутренней силе. Когда мы сидим в тишине, мы учимся наблюдать за своими мыслями, не позволяя им управлять нами. Это как тренировка для ума. Чем больше мы практикуем, тем сильнее становимся. Мы учимся не только расслабляться, но и концентрироваться, находя баланс между спокойствием и активностью. Каждый сеанс медитации – это шаг к более осознанной жизни, где мы можем управлять своими эмоциями и реакциями.